Чуть помедленнее. First came Lawrence, and I was proud. He was a good child, although very loud. And even though Jason is older, to me he came later. But not to his dad. And this all became greater. Then came Milana, with a lot of screaming and laughter. Our angel, our princess. And then soon after, baby Marcel. The reason I'm reading this today, I'm under his spell. I'm proud to say I love all my kids. They are all the same, but today we are celebrating Marcel. Happy birthday, my little boy. To our lives, you brought so much joy. I thank God every day, and there is a lot I would like to say, but I'll keep it short. Happy birthday. Mommy and Daddy love you very much. We wish you the moon, the stars, and the earth. May you have luck and happiness too. May you grow to be a wonderful man. May you show respect and always smile. We plan to see it, to be in your life for a while. So to sum this up and make it clear, happy birthday, Marcel. You're one. Let's cheer. Бурные аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Прекрасный тост. А у нас есть еще один замечательный подарок. С прекрасными словами. Прекрасный подарок. С прекрасными словами. Поздравляем с днем рождения. Год исполнился тебе. Будь для всех ты наслаждением, ясным солнышком в судьбе. Наше солнышко свети, будь здоровым и расти, добрым, умным и счастливым, щедрым, ласковым, красивым. От всей души с большим волнением мы поздравляем с днем рождения. Целуем. Катя, Саня, прекрасный подарок для именинника Марсела. Все знают, кто это. Ваши бурные аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Ну, у нас есть еще, мы не будем называть бабушки и дедушки, они молодые у нас. У нас есть родители родителей. Мы с удовольствием хотим пригласить папу Виктора сюда к нам на центр танцевальной площадки. Уважаемые дамы и господа, пожалуйста. Давай. В этот знаменательный, я думаю, для всех присутствующих день. Нет большего счастья для нас, родителей, чем видеть счастье своих детей. И учитывая, что дети нам приносят еще большее счастье, и именно внуков. Поэтому хочется пожелать сегодня, в этот первый день его рождения, чтобы он запомнился в первую очередь не только ему, а всем нам, той любовью и той радостью, которую мы хотим ему подарить. Пройдут годы, наверное, уже многих из нас, наверное, может, к сожалению, не будет. Но останутся вот эти фотографии, эти пленки, это, может быть, воспоминания о нас. И поэтому очень бы хотелось, чтобы внуки не имели тех тяжелых испытаний, которые были на нашем горе. Которые были бы по-настоящему счастливы. Турек, скажите, забери звонок, Турек. Забери звонок, Турек. И чтобы это длилось долгие-долгие годы. Ну и, как говорят, у нас до 120 Марселу вместе с родителями и всеми близкими. Мы тебя любим от всех с собой и желаем самого наилучшего. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Прекрасные слова. Чтобы он был здоровый, счастливый, с хорошим мальчиком. С такой сеструхой, конечно. Я всегда буду рядом с ним, я всегда буду помогать ему. Спасибо большое. Приятно. Ваши аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Молодец, молодец. Лорен, ребята, Лорен, Джейсон, есть желание? Ронас, давай! О, посмотри на меня. Сейчас я посмотрю.
Его соска еще не выросла. А что вы тут тусуетесь? Что случилось? Идите, давайте. И по сложившейся традиции, первая песенка для именинника от всей семьи с самыми наилучшими пожеланиями, уважаемые дамы и господа. Первая песенка для именинника. Уважаемые дамы и господа, приглашаются на танцевальную площадку